Если взять утюг и положить в ванну с водой, то он попросту утонет. Почему же тогда не тонут корабли, хотя они в несколько тысяч раз тяжелее того же утюга, а к тому же перевозят различные грузы людей? Все достаточно просто. Корабли действительно очень тяжелые, но при этом имеют высокие борта и большой запас воздуха внутри корпуса. Таким образом, они могут находиться достаточно низко в воде, вытеснив нужное ее количество и при этом не утонув, ведь воздух легче воды. Конечно, каждое судно имеет свою грузоподъемность и при перегрузке оно может потонуть. Если же корабль получает пробоину, его корпус заполняется водой, а воздух вытесняется, и корабль тонет. А вот у подводных лодок несколько иная система. Здесь имеются цистерны главного балласта. Когда лодка погружается, эти цистерны заполняются водой, причем это зависит еще и от скорости погружения. Когда подлодка всплывает, то при помощи сжатого воздуха балласт в виде воды из цистерн выдувается. Когда судно находится уже под водой, то прием или откачка балласта используется исключительно для уравновешивания корпуса.